Понимаете, в чем была сенсация с Коржаковым? Что вся страна знала, что Коржаков это очень близкий к Ельцину человек, человек чрезвычайно влиятельный, человек, который начинает забирать в свои руки власть, совершенно несопоставимую с положением просто начальника охраны президента. И в свое время сенсация была в том, что вдруг на НТВ в программе «Итоги» это сказали вот так, как я вам сейчас говорю. Все об этом знали. И никто об этом не мог или боялся сказать. А мы взяли и сказали. Поэтому-то Коржаков нас так и полюбил с тех пор. Вам часто угрожали, вам лично? Да нет.